К борту. Возвращается она к Локомотиву. Совсем скоро будет удален игрок Линус Умар. Почистили все-таки. С трудом, но почистили. Какие-то потери. Правда, это в чужой зоне, но все это приводит к срыву атак. Ну вот сейчас бросок по воротам. И опять против Майорова жестко играли. В численном преимуществе остается до выхода удаленного Лунчика всего 5 секунд. Ну вот передача. Хартиканин бросает. И шайбу, по-моему, в штангу попал. Помню, что в конце периода неплохо это звено. Миро, гол! Салават Юлаев открывает счет. Великолепный бросок, кистевой сами Леписта. А, нет, это, по-моему, Логинов. Это все-таки закрывал ему обзор. Да, здесь все-таки надо отметить, что и спустился вниз. Борьба за шайбу в зоне Уфим. Потихонечку Салават Юлаев проснулся. Прохоркин! С неудобной руки бросает и добивание от Николая. Большой молодец. Николай, как же здорово, сейчас и создал сам себе момент. Едва я бы не скажу так нынешнему сезону. Пока что да, тут им осталось забить еще 5 шайб в сегодняшнем матче, пропустить. Тут опять Александр, вы даете, конечно, с дальним заходом. Берет дальняя лавка, действительно очень тяжело произвести смену для обороняющейся команды. Вот смотрим, неаккуратная передача, между прочим, Красковский имел великолепный шанс учиться, выскакивал 1-1. После неточной передачи шайба отбивает к лицевому борту. Локомотив закрепляется в зоне соперника. Бросок! И отлетает шайба. Светберг видел момент броска. И самое главное, успел среагировать. По-моему, зацеп сейчас был. Он потерпит, он вратарь. Шайбу потеряли сейчас из виду. Между прочим, она прямо в коньках находилась у Михаила Воробьева. Неплохо! Передача на пятачок. Шикарный момент сейчас был у Нестерова. Ждал эту передачу. И опять у этого звена получается лучше всего. А вот это провал. А Светлов, между прочим, выручил сейчас. Встречает соперника, хотя мы видим, почти вся команда откатилась. Да, двое в средней зоне, двое уже в своей зоне. Уфа успевает достаточно быстро расположиться у себя в зоне. Ух ты, какая шайба! По-моему, сами себе ее, по сути, забросили в уфимцы. Дает пас, и там ее просто переправляет, я бы так сказал. А Пальков, и она проходит в ближний угол. Я обращу внимание, что... Как следует бросить уфимские игроки, которые играли в этом момент в обороне. Григоренко. Совсем недавно он выходил на лед. Ох ты, как здорово! Гол! Ничего себе! Григоренко, голевая передача. И Энквист, да, судя по всему, забрасывает эту шайбу. Сказали, сыграли, как отрезали. Да, здесь Григоренко принял эту шайбу. Здесь он поборолся за нее, убрал. И передача на Энквиста, и блестящий бросок. Конечно, сходу. Нет, далее, да. Команда одерживает очень важную победу для себя. И кто знает, может быть, начинает новую победную серию, да, которая прервалась в матче против Сочи. И отметим, что сегодня Салават Юлаев забросил 3 шайбы, а не 5. Но ему это вполне хватило для победы.